Генеральный спонсор прогноза погоды – строительная компания АВСМ. Жилой комплекс «Лунная сказка» и жилой комплекс «Центральный» созданы для комфортной жизни. Квартиры в Бердске от студий до пентхаусов. Сказочный вид из окна, уникальное расположение, обустроенный двор, дома, в которых хочется жить. Компания АВСМ предлагает квартиры на выгодных условиях, беспроцентная рассрочка, ипотека от 7,4% без первоначального взноса. Звоните сейчас 310-02-54. По информации синоптиков Западно-Сибирского метеоагентства, 3 ноября ночью и днем переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер южный 2,7, днем порывы до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха 0-2, дневная 10-12 градусов тепла. 4 ноября мокрый снег, гололедные явления. Ветер северо-западный 5-10, порывы 15-20, местами усиления до 24 метров в секунду. Температура ночью -2, +3, днем 0, +5 градусов. 5 ноября небольшой снег, ветер западный 3-8, порывы 10-15 метров в секунду. Температура ночью 0, -5, местами -7, -12 градусов, днем -3, +2. Спонсор прогноза погоды – Международный томографический центр МРТ-технологии. В новом отделении МРТ-технологии установлен 128-срезовый компьютерный томограф фирмы Philips. Ведущие специалисты города и сотрудники томографического центра помогут вам в диагностике патологии легких, лор и внутренних органов, костей и суставов, сердца и сосудов. Теперь в Международном томографическом центре все современные методы лучевой диагностики. Высокопольная магнитно-резонансная и мультиспиральная компьютерная томографии, ультразвуковые исследования экспертного класса.